За игрушки, что ли? Ну да. Не пневматика. Пашка, я тебе это. Откуда все это достаешь, блядь, а? С погреба. У тебя там, блядь, это. Твань. Станция спрятанная, канавистка. Да, я, блядь, все время захожу туда, все смотрю, блядь, тебя в подвале, стреляю глазами, нихуя. У тебя где-то там еще одна комната есть, где у тебя все хранится. Там подвал, в подвале есть подвал. Там у нас на сколько? Ну, тут 6 или 38, что ли, гайка-то? Ну, тут 6, хорошо. Я думаю, на 38. А есть на 38. Ой, блядь. Держи там. Держи вал. Подожди. Хотя, может, так и возьмет. Так тут же метод тарированного удара тоже. Да. Ну, вот что на заборы надо, саморезы крутить. Давай. Это я знаю для чего. Это ты на Татре на своей 148, блядь, гайки крутил на колесах. Так я все гайки расходил. Полностью, целиком. А вот теперь надо нам вот это вот как-то снимать. Чего? Шкив. Мишка, да. Ты запомни, что у него есть, ну, если что. Так, я все, я поехал в Турцию или в Грецию. Да. Ты хочешь сейчас ее одеть сюда, да? Ну, и через нее снять и выдернуть, да? Попробовать так сделать. Ну что, потом почистим, что? Потом почистим. С этим очистителем для двигателя взять. Почистить. Коробку тоже надо. Большую там. Да? А-а-а! Иди, твою мать, профессор! Я что-то перетащил. Съемник, что ли? Ну, железяка-то холодная. А-а-а, нихрена ты опять какой-то. Что-то опять там себя в чудо-комнате, блядь, раздобыл. Да, там одному там под роспись взял вроде бы, пообещал я. Под роспись. Самому себе. А что ты хочешь вот этот шкив вот таким этим снять, чтобы съемником? Да? Попробовать, да? Надо свести, посмотреть. Ну-ка. А что, так мы тут? Трещотка. Какая хорошая трещоточка-то. Мишка, ты потом не забудь все сложить там, прибрать у нас там. Все, это Пашку хозяйство. Валить, короче, надо. Пашку валить надо, да? А ну-ка, попробуй. Ребятки, что там опять колдуете, блядь? Павлик Морозов, нахуй. Я вот... Что-то пока... Своими щупальцами, блядь, железными, нахуй. Пока не колдуется. Да. Угу. Я там. Ну да, мотор. Компрессия, что ли, это? Ну да, крути. Ну, блядь, девастатор, нахуй, а не мотор. Да еще каменный век. Каменный век, блядь, 402, блядь. Какие нахуй узеты, блядь. Чтобы туда залезть, Или вот к этим штукам туда залезть. На что ты хочешь-то, Павел? Да надо там в одно место залезть. Так ты все время пытаешься куда-то в какое-то место все время залезть. Обычно всегда направляют. Помогают. Направляют. Все бы вам направляли, блядь, расслабились совсем. Пошла мука на Тобольск. Как эти сюда? Ну так, да? Как? Давай, машина. Че, уже вот так пошли, да? Ай да чудо паучок у Паши, блядь, клешни, блядь. Железные. А? Павлик. Же я и сам неплохой, да? Все, наверное, закручивайся. Наше устройство. Что, так ты с валом его вытащил?
А, нет? Нет, зачем? Ну, так она уже нормально? Нет еще? Ну, сейчас изломаете. Нет, нет. Все? Закончилось? Да, да. Ну, ладно тогда. Мы уже почти ее сделали. А ты монтировкой хотел снять? Угу. Ты умеешь, что ли? Нет, конечно. Да ты же только что пытался. А? Я просто, в кадр просто не попало. Это просто я хотел для кадра. Так а ты что, я перестал снимать, так я хотел дуркануть. Дуркануть, блин. Да. Вот поэтому на станциях я представляю себе, как они снимают. Сальник у меня один. Это, прикинь, надо же все разобрать, всю же морду, чтобы такую дуру поставить. Есть маленькие специальные съемники? Нет, так для них же есть съемники-то по-любому. Конечно, есть. Кто-то так, самодельные может, делает. Да самодельные делают. Это просто многофункциональные. Вот это-то? Конечно, он для всего. Для тяжелых работ. Когда вот барабаны берешь колесные, они так колодки все высыпались там. Да, вот этим, да? Да, тянешь, блин, даже шпики все вытягивают. Он же съемник, он же снимает. Базара нет, да к такому съемнику еще надо трещотку специфическую, блядь. Вот это что ты скучишь? Да, он гайковертом вон тем, да? Да вообще он сумасшедший. Да. Сколько у него этот сила, мощность? 60. 60 килограмм? А? Пролез. Там, блядь, сила. Ну, тут уже. Во. Данж, данж, все. Во. Шпонечка. Я возвращаю ваш портрет. Ну да. Все, Мишка, складывай, давай, выбирай все это. Здесь что-то новое надо. Да? Да, там подшипник. Пиздец. Пиздец подшипнику? Новый, да ты чё? Ну-ка, Павел Антонович, расскажи-ка мне, что ты хочешь сделать с системой охлаждения? Нам какой-то умный человек, один из подписчиков, посоветовал, там у нас есть видео, модернизация системы охлаждения 402 мотора. И сказал, что нам там он сказал нам сделать? Шкив вот этот вот, он маленький, тот шкив. Но для вентилятора. Его поставить на помпу. Его поставить на помпу. Что вот это уже даст нам? Вращение даст больше. Да? Давление будет выше будет в системе. Лучше, как говорится, кровообмен. Кровообмен, да? Кровообращение. Кровообращение будет лучше, да? Ну так-то, ну, конечно, базара нет. Смотри, какая разница. А это что там? Это вот на вентилятор, который. А вот это меньше, да? Вот это вот на вентилятор. А вот это на вентилятор. А это на помпу. То есть, грубо говоря, вот ты будешь стоять вот на таком на холостых, это то же самое, что ты будешь ехать, ну, 1500 уже оборотами. Вот с этим. Mm-hmm. Одинаково будет уже помпа. То есть она на холостых будет больше давать. Самое главное, чтобы сама помпа не подводила. Да? Флажки надо, да? Флажки, он говорил, что-то надо, говорит, надо. Ну, флажки. Ну вот их поменять надо. Только сальник это не то, по-моему. Набивку не будем. Другой сальник. Нет. Флажки поменяем. А что, набивку здесь не поменять, Пашка, сейчас? Где? Ну, так да, она не бежит. Так она же не бежит же набивка. Да? Флажки только там резиновые купить надо. Все, ладно. А, сальник на первичный вал надо купить. Это... Вытащили двигатель, что-то запыхался, бля. Помыть решили его. Двигатель, коробку сейчас с этим, с компрессором. Будем сейчас фарами светить. Поставили сюда диодные фары. Старого образца тоже газель. Вот они вот так вот светят. Вот дальний, вот ближний. Дальний, ближний. Потом отдельно видео заснимем про эти фары. Лампы, вернее, диодные. Газель, которая квадратные фары H4. Сейчас.
компрессор. Качество плохое, извиняюсь. Вот наш бокс. Там мы. Вон газель стоит у нас, она там. Сейчас вытащили все это хозяйство. Че, Мишка? А? Че такое? Замерз компрессор, масло. Вот лампы диодные светят таким образом. Это ближний свет. Мое прошлое. Да. Это... Бардак такой, пиздец, блядь. В отпуск ехали на рафике. Ну, коробку там сломали. Ну, так лили, короче. А там была трещина. Ну, заливали. Ну, пока до посольства не доехали. До Москвы. А раньше же не было этого, ну, как эти... Они были, кто снимал жилье, кто не снимал. А мы-то, что, возле посольства. В микроавтобусе там можно и так отдохнуть. Что там, недельки-то полторы. Громче говори, что не слышно. Ну и что? Ну и что, думаю, ну пока время идет, я на этой площадке у посольства. Ну, вот такой РММ там открыл. Движок вытащил, коробку, мозг. Да ну нахуй. Я тебе отвечаю, у меня корыто был самодельный бак. И сделал защиту на самодельный бак. Оно здоровое, это корыто, ну железное. Ну и все, коробку туда скинул, эту корыто съемное. Переворачивается. Что, прямо у посольства, что ли? Прям, почему? Вот же посольство и территория. У них еще не было этих ворот. Ну, как бы это... В Латвии? Да зачем? В Москве, ё-моё. В Москве? В Москве, на это, как... На чистых прудах. Хуя ты шальной. Ну и, короче, блин, растележили. Такое мазут развели. Те говорят, убирайтесь! А мы только растележили все, так грязь развели. Убирайтесь, визу откройте. Прямо сейчас нас не будет. Говорит, вечером визу, короче, нам дали 9 часов. В 7 часов утра нас уже не было. Мы уже все подобрали, все собрали, уехали. Нормально. Вот так вот за место 10 дней можно открыть визу. В течение двух дней. Приехал на Рафи, блядь, раскидал мотор с коробкой и, блядь, визу получил вечером. Почему? Я еще мост выкатил. Да ну. Я мост выкатил, рессоры делал. Ну, а что тебя приперло-то вот нигде, блядь, а возле, блядь, ну, а посольства где, прямо? Ну, Урале-то негде, а тут сидеть можно, ждать. Я, 10 дней, да? Да, можно и балду погонять. Ну, а тут что-то... Опять кофе пьет, блядь. И пиздит, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Павлик наркоман. Сам такой.